Потребительский спрос в Башкортостане за год подрос на 10%. По динамике республика заняла 11 место в списке, составленном РИА рейтинг. Один житель в месяц тратит в среднем 33,5 тысячи рублей. Лидером рейтинга стала Ингушетия, где спрос увеличился на 17,2%. В первую тройку вошли Тюменская область и Адыгея. Аутсайдерами рейтинга стали Белгородская область, где потребительский спрос за год не изменился, а также Брянская область и Ненецкий автономный округ со снижением показателя. Аналитики оценивали потребительский спрос как сумму оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и трат на общепит. Авторы исследования считают, что в следующем году жители станут экономнее, так как рост зарплат замедлился, а ставки остаются высокими. В то же время есть вероятность, что большинство регионов покажут прирост спроса по итогам года.